Здравствуйте, меня зовут Галина. Сегодня я буду делать кольцо. В работе мне понадобится 2 молда вот таких вот. Этот я заказывала на AliExpress, а это на Jumia. Вот такой вот наборчик. Ну, это чисто, чтобы мне там быстренько обработать. Наждачная бумага от 400 до 5000. Акриловые краски, глянцевые, художественные, черные. Золотая поталь. Эпоксидная смола. Все, я приступаю к работе. Смолу развела согласно инструкции. И оставляю на часа 2. Смолу развела согласно инструкции. Сейчас тщательно размешаю. И делю пополам. Сейчас мне понадобятся акриловые краски. Такие вот акриловые глянцевые краски. Черные. Палочку я тщательно вытираю от смолы, чтобы не замарать краску в баночке. Тщательно размешиваю. Тщательно размешала красочку, и сюда вот совсем мне надо немножко посерединке, чтобы она убираем в стороночку, и сейчас я буду разливать сюда вот в молд. Сейчас я добавлю
где у меня прозрачная смола, золотую каталь. Прошло 12 часов, смола застыла, так это я пока не трогаю. Такая вот заготовочка получилась. Сейчас я вот так вот распилю. Распилила на лобзике. Сейчас я буду придавать форму. Здесь я изоленту намотала, чтобы не слетала вот эта насадочка. Так оно сидит плотно. Удобный наборчик. Так, обязательно надеваю маску защитную и приступаю к работе. Шлифую я всегда вот на этой тряпочке. Наждачная бумага от 400 до 5000. 400, 600, 800, 1000, 1500, 3000 и 5000. Thank you.
1000. Пятитысячная. Здесь я не шлифовала, потому что это будет накладываться вот так. Сейчас я буду разводить смолу. Так. Палочку я вытираю, чтобы мне не замарать краску. Тщательно размешала с краской. Сейчас я вот сюда выливаю. Даю смоле время загустеть и потом буду ставить заготовочку, потому что сейчас она будет падать, не будет держаться еще. Прошло, наверное, часа два, смола загустела. Сейчас я аккуратненько поставлю. И оставляю на 24 часа. Прошло 12 часов, смола застыла. Так, сейчас я вот это вот лишнее аккуратненько уберу. Видно, нет? Что-то мне не нравится, сильно широко. Сейчас я так вот чуть сделаю поуже.
Сейчас я нафтелем выровняю, а потом наждачной бумагой. Вот так вот буду оборачивать. Скользила, я сейчас маленечко сделаю отверстие.